Протокольчик занесите, до конца следующей недели все покрасите. Чистые мусорные баки, демонтаж старых, портящих облик города, торговых ларьков, проведение ямочного ремонта на улице Иванова, 24. Это и многое другое в ходе осмотра центральной части города проверил первый заместитель главы администрации городского округа Щелково Сергей Горячев. Задачи по наведению здесь порядка были поставлены главой Андреем Булгаковым при его недавнем обходе. Вся поросль вокруг стволов деревьев должна быть вырублена, все должно быть убрано, где плитка под метлу, где земля под грабли под метлу, если это необходимо. В ходе проверки Сергей Горячев также пообщался с местными жителями и выслушал их пожелания по поводу благоустройства дворовых территорий. Одним из важных моментов стал осмотр ремонта входной группы Щелковского дворца культуры. Заместитель главы оценил проделанную работу как неудовлетворительную. Подрядчик недобросовестно положил плитку и должен устранить ошибку в оперативном режиме. Это уже выполненная работа. Здесь остается только швы заделать. А здесь уровня у вас нет опять. В ближайшее время планируются изменения на пешеходной зоне улицы Пушкина. Например, вдоль аллеи у всем известного зеленого ограждения во многих местах отсутствуют цепи. Все вопросы стоят на контроле у администрации округа. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.